нас есть традиция такая, 1 сентября всегда мы посещаем наших подшефных, дарим им подарки. Сегодня мы подарили DVD, бытовую технику для развития их правовой культуры, для массовых каких-то либо мероприятий. В этом учебном году мы запланировали открытые уроки, факультативы на правовое воспитание культуры наших деток. Около 12 лет мы уже дружим с УВД города Мариуполя, с нашей прекрасной милицией. Мы считаем, что эта дружба нам очень полезна. Полезна в каком плане? В том, что это правовые защитники наши. Сегодня они нам подарили DVD. Я думаю, что мы обязательно будем на внешкольных занятиях и на школьных мероприятиях, на классных часах смотреть какие-то видеофильмы, связанные с детской преступностью, как ее оградить от наших детей, чтобы дети выросли нормальными людьми, полезными нашему обществу.